Жители микрорайона Левобережный обеспокоены. В середине марта железнодорожную платформу закрывают на реконструкцию. Как говорят сотрудники РЖД, без этого невозможно запустить третий МЦД. Но вместе с платформой закроется сама станция и переход через железнодорожные пути. Чтобы понять, чем это грозит, жители попросили депутата Николая Кашникова организовать встречу с представителями власти. По обращению жителей к депутатам городского округа нами была инициирована встреча с администрацией для разъяснений по интересующим вопросам, которые возникли у жителей в связи с тем, что будет закрываться станция Левобережная на реконструкцию и расширение путей. У жителей вопросы стандартные, как перебраться с микрорайона Левобережный до Химок, до метро, что будет, какая площадка будет для разворотов автобусов построена. Для того, чтобы ответить на вопросы химчан, в микрорайон приехал заместитель главы Родион Левочка. Он сообщил жителям, что для компенсации неудобств будут запущены бесплатные автобусы. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы скомпенсировать эти неудобства, пустить дополнительные маршруты бесплатные, благоустроить разворотный круг. И в конце концов, после того, как все неудобства закончатся, они получат более удобную, комфортную станцию. Станция МЦД здесь будет. И это как бы большой плюс. Но надо немного потерпеть. Платформу планируют закрыть с 15 марта. С момента закрытия для горожан запустят бесплатные компенсационные автобусы, которые будут работать в режиме экспресс с 5 утра до полуночи. От платформы Левобережная до станции метро Ховрино будет ходить 3 автобуса большого класса с интервалом 10 минут. Также 3 больших автобуса с интервалом 20 минут будут ходить от платформы до станции Химки с 5 до 6 утра. И с 23 до 24 часов автобусы будут ходить с удвоенным интервалом.